хотел бы выразить огромную благодарность, ребята, что вы приняли участие в этой Олимпиаде. И вдвойне приятно, что, в принципе, Кингисепп, ну, маленький город в России, занял первое место на этой Олимпиаде. Поэтому разрешите поздравить всех ребят, кто участвовал, особенно лидеров, кто занял первое место, поблагодарить всех преподавателей, которые подготовили таких ребят, поблагодарить директоров школ, что у нас есть такой потенциал. Обидно, что, в принципе, выпускники наших школ не приходят работать на фосфорит. Я сам отец, в принципе, тоже деятели закончили кингисеппские школы. Закончили вузы в Питере, естественно, остались в Питере. Но в последние годы радостно, что, в принципе, с Ленинградской области приезжают молодые специалисты, кто хочет работать на фосфорите. У фосфорита сегодня большое будущее. Вы, наверное, уже слышали, что кроме того, что фосфорит вкладывает огромные деньги в строительство и реконструкцию объектов существующих, мы строим сегодня, уже начали строить цех аммиака. Это большой шаг вперед для предприятия. Кроме фосфорных удобрений мы будем выпускать азотные удобрения. У нас вместе с правительством, также и с Министерством спорта, начало строительства в этом году бассейна 50-метрового рядом с Ледовым дворцом. Поэтому Еврахим будет финансировать и строительство бассейна. Мы строим жилье, мы в этом году, в прошлом году сдали две секции, уже порядка 110 квартир, которые мы сдали, заселены нашими работниками, и мы продолжаем строить еще две секции, и там будут жить наши работники, и это будет дело продолжаться, будем строить жилье, чтобы привлекать тем самым молодых ребят, которые придут на фосфорит, будут работать. Так, вас всех поздравить, вручить скромные подарки всем, кто здесь присутствует. Ну, кому-то за первые места, естественно, подарки будут, грубо говоря, круче, ну, кого-то поменьше. Вручить ценный подарок Елизавете, которая, ну, откровенно скажу, она первое место заняла не по знанию химии, а за то, что она такая красивая, обаятельная. Еврахим за долгосрочное сотрудничество, за то, что вы развиваете Еврахим-классы, за то, что помогаете школе не только словами, но и материально, помогаете развивать у детей интерес к химии, к производству. И когда мы с вами сотрудничаем, всегда молодые специалисты, Маргарита Юрьевна и вы, Петр Иванович, всегда заинтересованы в том, чтобы для детей создавались, в общем-то, хорошие условия. Вот. И вот эта Олимпиада показала, что Еврахим неравнодушен к будущему наших детей и формирует кадры, свои будущие кадры, заинтересован в формировании кадров. Мы внесли предложение, когда были в Москве, о том, что у вас работают технари не только химики, но и математики, и физики. И мы предложили вот проводить Олимпиаду еще по физике и по математике. И в свою очередь, я думаю, что мы не подведем и на физике, и на математике вас. То есть, и надеемся, что дальше будем продолжать с вами сотрудничество. Мы готовы организовать какую-то серьезную туристическую поездку, или это будет Питер, или еще куда-то, в принципе. И вы подумайте, выскажите свое желание через Галину Петровну вместе с преподавателями, кто активно принимал участие, и мы готовы организовать, оплатить эту поездку. Огромное спасибо за то, что предоставили такую возможность поучаствовать в Олимпиаде. В любом случае, это было просто незабываемо. Во-первых, впечатлений огромная куча. Задания были очень интересные. По Москве обзорная экскурсия была просто незабываема. Большое спасибо вам, что развиваете молодежь, что способствуете учебе нашей. Огромное спасибо. Я буду стараться, чтобы еще занимать места и чтобы работать в вашей стране. Интересно было посмотреть вообще на столицу России. Даже мне показалось, что чисто поездка в Москву это было даже важнее, чем Олимпиада. Посмотреть все-таки на величие столицы.
Ну а так, конечно, Олимпиада была интересная, очень хорошо провели все, и задания интересные. И что это дело в интересах детей, в интересах района, и в принципе это наше будущее, конечно. Ведь самое главное, что мы могли сравнить свое образование с образованием других регионов, и оказалось, что Кингисепп действительно имеет ведущие лидерские позиции. А эти позиции могут только действительно высококвалифицированные учителя давать, которым низкий поклон, и гордимся тем, что они работают в нашей школе. Вот в следующем году, может быть, кто-то другой поедет, и также займем лидирующие позиции. Спасибо большое всем. Мы хотели бы начинать эту подготовку не только с вузами, с училищами или колледжами, но и со школьниками. Вот результат такой работы, он показал, что это уже идет подготовка, что ребята участвуют в олимпиадах, которые проходят в городах, где находятся предприятия. Мы уделяем этому огромное внимание и надеемся, что эти ребята, которые участвовали в олимпиадах, они придут и будут работать на предприятиях компании «Еврохим». Тем более, что предприятия компании находятся не только в России, но и за рубежом. И такой опыт уже есть. К нам много приезжает ребят из других регионов. Мы тесно сотрудничаем с ивановскими ребятами, которые приезжают и работают. Уже у нас причем много таких ребят. У нас тесные контакты с Казанью. У нас приезжают специалисты из казанских вузов и работают у нас. И в этом году вот мы уже подтвердили, что приедут трое ребят, которые приедут работать. 7 человек приедут на практику, которые учатся на 3-м, на 4-м курсе. Поэтому эта работа идет. Эта работа идет не только как бы на фосфорите, но идет во всей компании. Мы принимаем активное участие в этих мероприятиях, поэтому это наше будущее, будущее фосфорита, тем более вы слышали, какая перспектива сегодня у фосфорита. Да, я участвовала в олимпиаде по химии от Еврохима и МГУ. Мы ездили в Москву, олимпиада была очень интересная, была, не сказать, что сложная, было очень интересно поучаствовать, задания были просто отлично подобраны. Во-первых, Москва, столица нашей России, было очень интересно съездить туда. Обзорная экскурсия по Москве, сам университет московский. Ребята были из Новомосковска, Невиномыска и Белореченска. Да, Белореченска. Вот. Я думала, там будут такие серьезные все, то есть все будут повторять химию, да. А ребята были совершенно простые, с ними было легко очень найти общий язык. Вот. И мы сдружились, да, очень хорошо проводили время. Это просто не выразить словами. Это как, смотрели «Гарри Поттер»? Это как Хогвартс, это просто нереально. Уже определилась про профессию? С профессией я еще не определилась, но думаю, что буду идти по химии.